Доброе утро всем. Вот. Птичка певчая. 6 часов утра начинает. Чирик-чик-чик-чирик-чик-чик. О, бежит, бежит, бежит. Ревнивец, ревнивец бежит. Бежит. У нас сегодня не хорошая погода, дождь идет. Мое утро вообще, знаете, с чего начинается? С весов. Скажи, всегда иду в туалет сначала. Ну, чтобы больше не весить. А потом взвешиваюсь. Очень боюсь потолстеть и набрать все то, что я таким трудом скидывала. Но пока идем хорошо. Ничего не набирается. Но это, конечно, все зависит от меня, а не от кого иного. Но сегодня занятие как? Дома буду сейчас делать. А что делать? Смотрите, дождь идет. Вот ты дома молчал, сейчас начинаешь орать. Дождик идет, как сегодня передавали. На завтра уже меньше вроде бы передают дождя. Мои цветочки растут. Тут даже вылазит бутончик. Розочки скоро зацветет. Да. Этот тоже растет. В общем, все растет. Цветет. Весна на улице все-таки как-никак. Новости еще не смотрели. Не знаем, что там в мире происходит. Страшно. Честно скажу, страшно слушать. Но надо. А вдруг улучшение? Пойдем посмотрим. Утро, пора вставать. Позавтракать надо. Уже даже не знаю, чем позавтракать. У меня тут лавашек где-то есть. Я его, наверное, доем. Сыром Альмета. Обожаю этот сыр. Альмета — это самый вкусный сыр. Еще с России. Еще знаете, что мне шлют... Холодильник, кстати, пустеет и пустеет и пустеет. Ну ничего, пока продержимся. Список уже пополняется. Список делаю, представляете, дожили. Вы знаете, что я никогда списки не делала. А сейчас, да, делаю, все записываю, чтобы как можно меньше ходить в магазин. Вот сколько уже не хожу. Хотя бы уменьшить это раз в неделю ходить. От бисквита вот что осталось. Он обалденный. Вот. Так, что хотела сказать. А, представляете, на почту, ну, e-mail, на электронную почту все шлют мне всякие магазины. Kiabi, Springfield, вот такие магазины, там типа, у нас скидки, заходите онлайн, покупайте, там, это, доставка бесплатна. А зачем покупать-то? Зачем покупать, если все равно в пижаму? Ну, не пижам, у меня это как бы костюм, да, такой домашний. То есть не вижу никакого смысла покупать одежду. Они все шлют и шлют. В общем, пипец какой-то. Мне так смешно. Конечно, им-то тяжело. Как бы надо как-то выходить из ситуации. С продажами и все такое. Но сейчас, как говорится, нам совершенно не до одежды. Она совершенно не нужна. Дождь, представляете? Сейчас, наверное, дома позанимаюсь. Ну, я всегда занимаюсь утром и, ну, не вечером, часов в 6. Вот. А куда деваться? Никуда, иначе мы станем круглыми к концу карантина. Не говорю к концу 15 дней, даже не 15, а сколько там больше нам еще сидеть. Потому что хрена узнает, когда не закончится 15 дней. Ой. Погода еще плохая. Хотя говорили позавчера, что весна будет супер жаркая. И где она? Сегодня 12 градусов. Жара вообще. И влажность чуть ли не 100%. Ладно, буду завтрак воротить.
Вот такой завтрак получился. Мне нравится такой лавашек. Смотрите, какой он вкусный. Я опять вся обтекаю. Позанималась так классно опять. Ну, как всегда, блин, день сурка какой-то. Встаешь, завтракаешь, выжидаешь часик, полчасика, идешь на занятия, обтекаешься. На обед у меня сегодня время так быстро прошло, уже почти 12, представляете, я еще даже не обратила внимания. Думала, часов 11, а уже там 12, в общем, буду запекать картошку в духовке. Вот, покажу, что с ней буду делать. А еще запеку яйца в духовке. Вы когда-нибудь пробовали яйца в духовке? Это просто обалденно вкусно. Нереально, сейчас обуюсь. Вот, в общем, у нас в деревне была печь русская и печь обычная такая. Ну, печка такая, как она называлась, не помню. Ну, на ней готовили, что отапливать дом. Русская такая, это дырка такая, как духовка, да, большая. И в ней выпекала бабушка пироги, пышки всякие. В общем, все, что можно испечь, как духовка. И была плита такая. Плита, наверное, так и называется. Вот, и на ней уже готовила. То есть, зимой же все равно ее надо было топить. И на ней же готовили. И вот там есть, кто с деревни, кто видел такие печки, знает, что... Внизу есть одно отверстие для того, куда класть дрова, а под и другим отверстием есть маленькое отверстие, называлось поддувало, по-моему, туда, где падало, чтобы оно всегда переоткрыто, чтобы воздух попадал, кислород в эту печку, и, в общем, все горело, потому что без воздуха же не горит ничего. И еще туда падала вся зола. Вот. И мы как раз в это поддувало, там же все равно жар стоит, кидали картошку зимой. Кидали картошку, она там запекалась. Боже, какая она вкусная была. Блин, вот это вот, знаете, иногда сгорала, про нее забывали. И вот там останется малепусенькая в серединочке, там частичка, которую можно съесть. Ты вся грязная в этом. Но было так нереально вкусно. И вот яйца тоже бабушка запекала, когда пекла пироги. Она же ту печь русскую не каждый день затапливала. Только когда либо хлеба, она такие хлеба там пекла, наверное, килограмм по 6 каждый, чтобы прям вот на неделе, на 2 у нас семья-то Жориков была. Вот, и там же она в это же время пироги туда пихала, тыкву запекала, поэтому я ее не люблю, никогда не любила с молоком, особенно вот они ели бабушка, дедушка и брат, не знаю. Вот, потом лежали, попердывали, потому что тыква и молоко это угарный газ в прямом смысле этого слова. И вот яйца она на сковородку, помню, наложит этих яиц. Боже, они прям поджаренные внутри. Такие вкусные. И вот как-то я, знаете, по интернету лазила и тоже нашла. Видите, что творится. Вот, нашла рецепт. Ну, не рецепт, а увидела у кого-то, что вот они также запекают яйца. Блин, думаю, это же... Я попробовала один раз, и вот это очень вкусно. На сколько времени, не знаю, вот картошку поставила, ну, может быть, на полчаса. Я прям в холодную духовку положила и картошку, и яйца, чтобы они не лопнули. И, может быть, ну, вот сколько у вас духовка разогревается, я не знаю. У меня быстро она разогревается, она маленькая. Ну, где-то полчаса они у меня там полежат, яйца потом вытащу, и будет вот такая вкусняшка. У нас яйца сегодня... Ой, яйца. Картошка запеченная будет. Вообще вареная нужна. Но у меня будет запеченная. И вот с такими вот кальмарчиками. Вот. Потом покажу с вами, как это все я делаю. И будет такая вкусняшка. Салат, может быть, сделаю. В общем, да, все есть пока что. Но список уже составляется в магазин. Если честно, я даже не знаю, какой сегодня день. Я уже говорила, наверное, я не знаю никакой день, недели, никакое число. Без понятия. У меня каждый день воскресенье. Воскресенье я просто ненавидела. Я тоже много раз вам говорила об этом. Потому что все закрыто, некуда сходить. Блин, ну раньше хоть с Чарли можно было на пляж сходить, а сейчас и на крышу нельзя. Вообще. В общем, сейчас проходила мимо телевизора. 46 610 человек у нас заражены. А по умершим мы уже чину превзошли. Китай. Трындец какой-то. Вот такая у нас погода. Что я рассказывала, даже забыла. Увидела новости и все. И все. Когда это закончится?
Вот стоял, молчал. Как я только вышла, он начал пищать. Чего ты пищишь? Я его заношу каждый день домой, потому что у нас зима. Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляя ход. В общем, да, как-то так. Что хотела сказать, не знаю. Ситуэйшн, конечно, тренинг. Так что, друзья, сидите дома. Ну его нахер. Я, знаете, тут хожу, пылесошу, потому что чучи грязи много, Чарли волос это, у него все время падает. И смеюсь, к двери к Таше никто уже не подходит, она скоро у нас паутины покроется. Ай, потому что туда почти никто не входит и не заходит. Такая просто иду с пылесосом, такая пылесошу, говорю, хоть пыль убрать. Ой, блин, и смех и грех. Вот так вот, а как иначе? Даже не думали, что такое может быть. А может быть. Я вообще планирую, знаете, вчера ночью у меня такая была мысль, чтобы заснять прям полностью видео в будущее. Потому что через 2-3 года мы будем все смеяться. Но не смеяться над этим, а вспоминать как бы с ужасом. Но и с таким облегчением. И может быть даже будем думать, что это нам приснилось. Все, был ужасный сон. И вот чтобы напоминание мне было об этом, заснять такое видео, прям именно вот о моих ощущениях, о моих таких чувствах, вот как, знаете, вот, ну прям вот в момент. Пишите в комментариях, заснять такое видео, вот чтобы прям именно об этом вирусе, но не рассказ там, что, почем и как, а вот мои чувства, мои ощущения, как, что живем, вот все, вот чтобы потом, знаете, через 3, или может быть даже дети наши посмотрят и скажут, нифига себе, это действительно такое было. Не просто вот влоги там, мы живем, а вот там, и вот я проснулась с надеждой, там, как я вам все время говорю, что с надеждой на лучшее. Но, или знаете, даже когда это видео лучше, может быть, снять, когда эта кривая пойдет вниз, даже не знаю. Но вот ночью, я вам много раз уже говорила, на засыпание у меня уходит очень много времени, и я разные сценарии в голове перекручиваю. И вот мне пришла такая мысль, чтобы именно заснять видео, такая видеоболталка именно о чувствах, ощущениях, о том, как все это происходит в нашей жизни, только для того, чтобы посмотреть это видео лет через... Может быть, через 3, 4, через 5. Ну, вот как сейчас мы сейчас фотки смотрим разные там, 5-летней давности, да, и смотришь и думаешь, блин, неужели я такая была, неужели со мной все это происходило? Вот чтобы это видео посмотреть и думать, неужели все это происходит? Как вы думаете, заснять такое видео или нет? Пишите в комментариях, что ваше мнение. Я сделала салат, естественно, 2. Потому что у меня тут и укропчик есть, муж не любит, он там сам себе заправит. Почистила картошку, я люблю все вот эти штуки, потом поэтому я их себе оставила поджарочки. Посолила. Сейчас я полью оливковым маслом. Себе немножко, мужу побольше. Он любит, чтобы все в масле плавало. И посыплю паприкой. Пиментон дульси у нас называется. Сладкая паприка. Сейчас ее открою. Так посыпала. И теперь вот добавляем вот эти вот осьминожки сверху. И будет вкусняцкая такая еда. Всем приятного аппетита. Что я тут задумала, друзья? Это просто трындец какой-то. Я, в общем, сейчас лежала такая на кровати, в интернете лазила. Там у меня стоят вещи, которые нужно в кровать положить. В общем, знаете, что придумала? Я хочу кровать переставить. Я давно уже об этом подумывала. В общем, сейчас увидите, что получится. Я вас потеряла, а вы в шкафу были. Короче, смотрите. Та-дам! Я поставила кровать к стенке. Я всегда любила спать у стенки. Кстати, кто не знает, мы с мужем спим в раздельных комнатах. У меня есть про это видео, так что ищите. Где-то там видео есть. Чё, почему и как. Поэтому эта спальня только моя, и я теперь буду спать. И утром просыпаться и смотреть вот так в окно. Ну, классно же, а? Мне и места стало больше. Здесь у меня импрессора. Ну, вы поняли, который печатает.
А вот, только вот знаете что, телефон. До телефона утром не добраться, но у меня там есть розетка, можно туда куда-нибудь. Ой, и картина. Ну, картина пускай так висит, что тут тоже так красиво. Там у меня просто висят все. Ну, вы поняли, кто? Мне кажется, очень удобно и красиво. Тут такие, на это кладу, ну, там, одежду свою переодевалочную. В общем, да, шторки надо постирать, когда солнышко будет. Окна надо помыть, а то они все от дождя. Я не люблю закрывать жалюзи. Знаете, здесь у нас все поголовно, смотрите, видите, у всех закрыты жалюзи. Живут как в норе. Ну, вот это еще открыла, что-то там шьет. А так вот, смотрите, у всех жалюзи закрыты. Видите? И живут они как в норе. Я так не люблю. Я люблю, когда много света, когда солнце. Даже утром просыпаться я люблю, когда свет. Вот, поэтому так буду просыпаться и смотреть вот на такой пейзаж. А летом вообще будет шикардос, потому что меня будет обдувать ветерок отсюда. Мне будет Чучи петь песни. И я буду под защитой моих святых, кого я верю. Ну, я верю в Бога, естественно. Так что класс. Пишите в комментариях, как вам моя перестановка. И вот тут много места, прям чтобы вот мои платьюшки одевать. Они уже висят какое время там в шкафу. Я на них только посмотрю. Я же новое платье купила. Ой, блин. Ладно, я довольна. Давно хотела сделать такую перестановку. В общем, класс. Мне очень нравится. Пойду чаю попью и отмечу. Смотрите, как у меня Чарли с мужем спят. Все 33 удовольствия. Прикол. Это вообще у вас так собака спит? Пипец. А я тем временем делаю себе чай. Любой чай. Зеленый, черный, коричневый, голубой. Ягоды. Разные. У меня тут есть черная смородина, малина, клубника, имбирь. Прям вот так просто порезала. Лимон. Сейчас добавлю ложку меда. Это настоящий мед с Альпухары, с гор. И залью кипяточком. Сахар я ем только утром с кофе. Отказалась от сахара. Да. Очень боюсь набрать килограммы, вы знаете. Мне они так дались, с таким трудом их сбросила, что сейчас просто я не представляю, если я их наберу обратно. И дай Боже, я каждое утро взвешиваюсь. Ну, я всегда каждое утро взвешивалась, поэтому да. Пока худею даже. Не толстею, а худею. Это только к лучшему. Потому что нужно держать себя в форме. Мир, труд, жвачка. Сегодня у меня была весовая категория. Я кровать там это двигала. Ой, блин, прикол. Завтра еще какой-нибудь что-нибудь сверну, что-нибудь поменяю. Пипец. Вышла с Чарли прогуляться. Вроде бы дождь закончился, но так холодно на улице. Прям настоящая зима. У нас тут все каждый день ужесточаются меры. Теперь от дома на 200 метров нельзя отходить. Вот. Поэтому гуляем тут на нашем пятачке, как всегда. Не привязываю Чарли, ничего, пускай бегают. Все равно никого нет, смотрите. Вообще никого нет на улице. Да еще и в такую погоду кто будет выходить-то? Холодрыга на самом деле. Ой, так вот и живем. Заперти. Сегодня очень быстро день пролетел. Вообще прям я позанималась. Что-то все каждым днем светлее и светлее на улице. Время уже около 8. Вроде просветление. Но меня бесило, знаете, что вышла я на улицу позаниматься, и дождь пошел. Блин. Пришлось в доме, в квартире заниматься. А мне же нужно много пространства. Ну да ладно. Кое-как отзанималась. Опять вся была мокрая, сходила в душ. В общем, да. Очень быстро сегодня день прошел, прям вообще. Может быть, все остальные пройдут еще быстрее. Хотя, кто его знает, сколько нам еще сидеть на этом гребаном карантине. Я в Инстаграм каждый день выкладываю, сколько зараженных, сколько умерших. В общем, да, ситуация не улучшается. Ну да ладно.
Вышла посмотреть, кто хлопать-то будет. Время уже около 8. Вот думаю. И моя новая кроватка. Так хочется на ней поспать. Муж посмотрел, одобрил. Сказал, я когда сюда приду спать, он все намеревается когда-то вернуться в кровать. Ну, я ему говорю, что даже не мечтаю. Ждем. Перетаки туда вільну стан. Асендуна. Ну все, друзья. Меня тут там есть. Даже в кастрюле кто-то. В честь медиков, полиции. А на главной улице, она у нас вот там, где мы раньше жили. Слышите? Со всех сторон слышно. Там ездят скорая помощь, полицейские с сиренами. Видите, как здесь слышно? Ой, картошка жареная вкусно пахнет. С лучком. Кому что, Оксане пожрать? Слышите? Так каждый вечер, 8 вечера. Может быть, разветрится, и завтра не будет уже этого дождя. Хотя там, смотрите, совсем печаль. В общем, вот так вот. Хоть как-то мотивировать, потому что врачи уже у нас стен просто на пределе. Они уже не могут, им страшно, у них нет защиты никакой. У них нет масок, у них нет перчаток. И маски обычные, такие вот самодельные, как мы делаем, не подходят. А хирургических нет. Хотя сегодня Испания закупила на 400 миллионов тысяч евро. Миллионов тысяч евро. Вот это я сказанула. На 400 миллионов Испания закупила всех вот этих медицинских принадлежностей, масок, вот этих вот аппаратов для дыхания. В общем, и всех успокаивали, что будут медики защищены, иначе медики уже хотели уйти, я не знаю, может быть, даже уйдут в это, как это называется-то, бастовать, когда будут, потому что просто они говорят, мы на работу выходим, как на войну, очень много зараженных медиков вообще умирают, в общем, да, пипец, а если они нас не будут лечить, то вообще тогда кто... В общем, ситуация вообще. Но сегодня как-то мне, знаете, поспокойнее, что ли, не знаю. День на день не приходится. Я телек мало смотрела. Так, в общем, я пришла сюда за ужином. Вот это будет мой ужин. И попрощаться с вами до завтра. Что мне завтра в голову взбредет? А фиг его знает. Поживем, увидим. Так что оставайтесь на связи, подписывайтесь, ставьте лайки. Комментарии пишите. Спасибо вам огромное за комментарии. Пишите, как у вас ситуация. Сегодня слышала, Путин там объявил карантин тоже. Ну, карантин, ну, как ты их назвал, выходные на целую неделю. Сидите ли вы на карантине? Или я вообще смотрю в Инстаграме, везде карантин, но все на улице ходят. Я вот такого карантина не понимаю. В чем смысл тогда карантина, если все идут в парки, в магазины, в развлекательные комплексы и все гуляют? Смысл такого не понимаю. Вот, может быть, вы сидите на карантине или вы тоже в парке ходите? А тогда значение карантина какое? Просто на работу не ходите, в школу? Или все-таки надо дома сидеть? Нет, сидеть надо дома. Обязательно. Так что сидите дома и обязательно все это пройдем. Хватит пустой болтовни. Всем пока-пока.